Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Тренер, ваш комментарий про эту игру? Ну, скажем так, что по первому тайму, может быть, немножко не разобрались мы по своим действиям и некоторые моменты создали для соперника. Была угроза, было давление, достаточно много двигались, но при такой насыщенной обороне не могли найти, подобрать именно того, что нам необходимо было, хотя мы и создавали момент. Если взять второй тайм, то соперник, рассчитывая на быструю контратаку, большими силами, он уже 10 человек штрафной, это сложно, да, скрывать, хотя и здесь имели достаточно моментов на то, чтобы забить. Но надо отдать должное игрокам, старания много, не все еще до конца отлажено так, как мы хотим. Те моменты, которые создаем, и надо реализовывать. А так, я скажу, ну, хороший матч в плане того, что нам почувствовать именно те возможности, которые у нас есть. Ну, опять же говорим, незабитый гол не дает права на выигрыш. Поэтому больше уделять, наверное, времени тому, что на завершение, и искать то пространство, когда нам нужно быть и где нам нужно быть. Конечно, вы видели матч против Судовой, там тоже Шиуле имели много шансов в контратаках. В первом тайме их было очень много, и могли оппоненты даже забить один или два гола. Так, по вашему мнению, чего в этих ситуациях команде не хватало, чтобы, ну, просто таких эпизодов у Шиуле не было? Ну, я еще раз подчеркну, что мы сами создали несколько моментов для своих оппонентов своими ошибками именно в своих действиях. Неточность передачи, неправильность выбранной позиции или проигранный мяч. Но, опять же, говорим, что мы были больше направлены на атаку, хотя мы разбирали, анализировали, знали, что будет много игры в контратаку именно Шауляя. Ну, так скажем, что по первому тайму было несколько моментов, но во втором тайме этого уже как бы предотвратили то, что накрывали непосредственно уже на потере мяча, играя в контратаку.